Ну, скорее среди подписчиков. Но я подписался на чувака, у которых какие-то алкоголики в скайпе сидят. И а что-то рассказывают. Мэдисон, что ли? Да, я подписался. Я вот Важелинка ж подписался. Да он вообще петушок. Важелинка? Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Он самый. У тебя никогда не получится спародировать животное так, как получается у кнута. Я даже не знаю, злиться или радоваться. Страшиться. Бойся. Да? Это же кнут, его только бояться стоит. Если он закукарекает. Чего, ни одной серии, получается, не записали? Нет. Ну, красавчик. Мастера. Сколько мне минут 20 не было? Ой, поскорострел. Так, перемирие между Кореей закончилось. Самурай отстает. Накл его. Подождите, друзья, у меня, может быть, есть возможность объявить войну этой паршивой хатыки. Привет, я вернулся. Что случилось? Почему вот это вот... я был там с стримом. И Корея им не поможет. Просто идеально. Никто им не поможет. Можно захватить Хитачи, а можно... Хинтай. О, и с кем я... Произошло, что я был прав, что надо стрим с самого начала, как мы собираемся записывать. Да мы тебя не возьмем, понимаешь? Shut up. Не объясни мне, что произошло. Никто тебе ничего не объяснит. Я тут просто смотрю этот момент. Да, это великая тайна, которую мы никому не поведаем. От которой Немон лагать начинает. Да, как только начинает говорить, начинает лагать. Да-да. Эй, серьезно, рано. Надо стрим начинать по нашему прохождению. Защита крепости, защита, да, это уже все равно. Да мы не потянем стрим, понимаешь? Увидим комп, он бабахнет. Аллах. Ну знаешь, какой эпик, да? Аллах. У нас человек 10 будет вот так вот. Понимаешь, 10 человек, это совсем не эпик. Это и просто, это бред самых вообще. Сборов, самых бред. На страничке ВКонтакте он напишет, что собирает с помощью вебмани кошелька. Собирай деньги. Свой канал и делай там все, что тебе нравится. Мы вообще играем? Дух Ништяша отстает. Типа играет. Знаешь, почему я отстал? А потому что начал загружать в 4К. А, понятно. Вторую скорость можно? Швидкость, пожалуйста. Не будет вам второй скорости, пока вы так отстаете. Швидкость, будласка. Будласка. Колбаска. Алол. Колбаса. Это выходит за грамотки разума. Докторский колбаса. Даже у Гикса в комментариях такого нет, что у нас... Ну, у нас просто идиота в два раза больше. Сказал идиот. Так, цитата. Сказал не идиот, сказал человек полнейшего спокойствия. Полнейшего спокойствия. А кто сказал, я что знаю, идиот не может быть спокойным? Я знаю, кто это. Я знаю, невозможно, невозможно. Это был Зак. Это Будда. Вот тут такой... Это тебя Будда говорит. Он медитирует просто и говорит так. Дайн Лайт, не советую это говорить у себя дома так громко, потому что твои родители могут подумать, что у тебя проблема. Что ты, представляешь? Я думаю, они в курсе. Сидит, вот, смотрит телевизор Дом 2, и ты такой, это все Будда. Слушай, это наркомания, у меня не сколько. Думаешь, когда я с друзьями играл в КС, стало лучше? Да в КС там петушки. КС там одни будут и живут. Я думаю, насчет петушков. Ой, от Хаус на собственном опыте убедился. Раз он так уверенно говорит. Я не слышал, что Немо сказал, но я уверен, что он сказал что-то умное, поэтому похлопаем. А я уверен, что сказал, что он что-то тупое и отстойное. А, вот то, что я проверил. Ну все его перебили, вот неприлично перебивать. Немо можно. Нет, он хороший человек. Он кек. Кстати, в КС петух тащит, мои друзья проверили. Знаешь, интересная информация, но оставь ее при тебе, пожалуйста. Данил, мне кажется, ты вот сейчас этой болтовней просто заставляешь нас не брать тебя в следующий. Не сегодня. Ты заставляешь их. Понимаю, а нам скучно будет с тобой в следующей партии. Заставляешь нет. Так что задумайся. Я буду молчать. Будь ласка, малый. Так, Спай, если хоть присоединяйся, высаживайся, осаждай Муцу или Дева, в зависимости от того... Видите, используйте в Севена. Война с Хатакиямой, а Хатакияму больше никто не мог поддержать. Доминируй. Корея проигрывает войну, поэтому она решила не вступаться за Хатакияму.
А у них все еще армии торчат на вашей территории, на японских островах? Да, они... у них тут аж 8 тысяч. Пока, Немо. Где? Где Немо? Да, где я? Немо, нормально все. Куда я? Зачем пропадает я? Пропадает. Да чтоб тебя! Че это было? Истерика. Расскажи, что там у тебя произошло, нам же интересно. Твое чувство, когда осознал, что твой сын кек. Стойте, пауза, надо, срочно, плохо. Снимайте, я стал. Плохо человеку. Если тебе плохо, давай отойдем. У меня понизилась стабильность, понизилась легитимность и умер. Майдан, что ли, короче? И умер нынешний наследник, которому 10 лет не исполнилось. У меня нету наследия. Мы искренне за тебя рады. Это то, что и должно было случиться. Потому что ты слишком много разговаривал и, наверное, слишком мало следил за своей страной. Для этого Дэн, точнее, Злак, сейчас восстанавливаем Manpower и идем 16 тысяч англичан убивать их, короче. Идем ласково и восстанавливаем Manpower. Смотрите, офигенный генерал. 1-2-1-1. Да здравствует... Генерал как генерал. Да здравствует Пиван, теперь у меня есть партнер. Первый генерал. Знаете, какой у меня генерал? А, да, старый у меня был старый лучше. Старый у тебя поэтому. Такой же был. Старый у тебя был такой же. Если ну, Кнут же не воевал, у него наверняка военные идеи меньше 15. Османы восстановили свое преимущество... Точнее, традиции. ...на Малой Азии. Япония. Япония? Ай, с кем я играю? Откуда ты имеешь в моем торговом порту... Логично, проценты торговли. Влияние, точнее, хотя сказать. Читер. Откуда я знаю, откуда я там где-то торгую? Чё ты там вообще доплыл. Делаешь, уходи? А как мне от этого уйти? Взял и доплыл. Уходи, как же уйти. Вступай в клуб анонимных сливателей. Анонист. Компаний. Куяба, ничего себе. Есть торговый узел Куяба. Ничего. Так. Следите за языками. Какая разница, Куяба? Фуяба! Пикачу! Пикачу! Уходи! Сказал Пикачу. Пикачу! Интересно, сколько у Кореи неинтересно лота? Лоранику, знаешь, как тебе пишут в комментариях уже? На нем вообще не пишет, по-моему. Он же сказал, что ему неинтересно. Понимаешь, обо мне не пишут вообще. Пишут о кнуте. Нет, все тебе тоже пишут. Не пишут. Обо мне там ничего не пишут вообще в нашей игре. Пишут тоже. Где? У кого? Ну, пишут. Рогатая жаба. Рогатая жаба не пишут. Они говорят, сделать так, чтобы у меня появился наследник. Ну, это риторический вопрос. Они говорят тебя, на кол. У жабы ничего никогда меня не говорят, потому что я хороший, я самый лучший. Про Мивар не вспоминают, между чем зря. Уже черкесия. Потому что... Да, что? Я хочу не в ночь. Честно. Вперед из песни. Че такой добрый, а? Что? Просто меня бесишь. А тебе не кажется, что тебя все бесит? Нет. Я люблю Виктора. Оливия Виктор. А? Понимаешь, это женатый человек и. Чего сделать? У тебя нет никаких шансов. Просто вассализируй. Только не думай самоубиваться. Армению. Так кто сказал, у что меня нет? Регент. Так не войной же. Ну они же только такую любовь подразумевают, понимаешь? А у них минус 166. То есть ты хочешь отбить Виктора? Да это не получится у тебя. Он настоящий. Отбить Виктора. Он нормальный человек. Он... Поговори мне еще тут. Я хочу... То есть ты веришь, свято? Витя, ты мог бы уйти с Мут? Я верю, что он... Меня поймёт. А, ты просто... объявил ее этот территорию для войны? Да, сейчас уйду. А, по-моему, можешь передать за время игры... Теперь правит наши... Наш эстонский друг научился играть можно в другую страну в любом виде. А можно вопрос? Нет. Серьезно, очень. Радио 6 бывает. Что? Радио 6? У меня Рюрикович. Радио 6? Радио 6? У меня Рюрикович правит... Может ли быть? Не может. Ты не унаследуешь Москву, а она тебя унаследует. Это понятно, но... Она тебя унаследует. Нет, это понятно. Ко мне пришел Рюрикович из их династии. Подождите, ко мне пришел Рюрикович из их династии и стал управлять. У него способности 0-3-6. Так можно...
И ну, он крутой пришел? Вояка, охренеть. Отожми уже паузу, и дай нам поиграть. Нет, это... Нет, это я имею в виду не его способность. Ну что ж ты начинаешь говорить из задницы? Успокойся. Нет, не может быть, у тебя глюки, выходи из игры и больше не возвращайся. Шестерка управления, получение очков, может быть? Один... Может быть, может быть. Может, может, нет, может. А? Прервался. Народ, у меня предложение. Давайте меня с Черкесией поменяем. Он за Прованс, а я за Черкесию. Нет. Согласен. Чтобы он быстрее ливнул. Я согласен. Что там у Шотландии? Расскажи, что там у тебя Павел? Что там у хохло? Хохлы... Тихо, тихо, все. Дискриминация, понимаю, школьник. Вообще-то... Там Майдан. Никто не говорил, что украинцы плохие люди, просто... Ничего. Мне тут еще поговорить. Так, рассказывай, Дима. Вообще-то я украинец. Буду рассказать только я, потому что как бы больше не вставить 5 копеек не сможет. Осталось последнего мятежника побить, а так у меня уже все хорошо. Я уже... Короче, кнут слоупок. Таким испугом. У меня все хорошо. Я, короче, у меня... В плюсах я пошел в деньгах, у меня раздаются займы, у меня все хорошо. Зак, конечно, в достаточной мере, спасибо. Ну, 2000? Это нет. Тебе Зак подсобил, чем отплачивать будешь? Килва, я Зак мне подсобил как отплата за те же предыдущему долги. Кнут, ты знаешь, как неприятно, когда тебя прибивают? А во-вторых, я к нему тоже помогу в будущем Милу Провансу. Мы же будем потом вместе Францию разбирать. Понимаешь, а... Нет. Ну, значит, да, нету. Уже нету, считай. Ну. Единственное, что я могу сейчас ради кола после окончания войны, если меня оставят в Бретонь, то я ее могу освободить как вассала и попробовать наладить отношения с Францией, но... У этого есть минус. У Франции есть миссия на фасилизацию Бретони, так что по ходу дела она меня все равно рано или поздно сожрет. Понятно. Давайте посадим запись. И я тоже хочу сделать пару невероятных и невозможных вещей. Я же о них даже не задумываюсь и не заикаюсь. Я к Черкесии приплыву. Я за, чтобы Зак был за Францию. Хочу, я за, чтобы поменять Черкесию и Зак не ставим. Ларандикус тоже много говорит, но чё, меня же почему? Ты тут еще поговори мне тут! Кстати, Ларандикус, как вы дела в Индии? Спокойно. Он просит, чтобы с ним поговорили. Поговори мне тут еще. Говори со мною, мама. Сейчас твою маму реально придет. Ай, пошути, мне тут еще про мамок. Я могу, могу. Ку-ку-ку. Что может? Кто? Нет, для меня... Дух и Чилим, или я? Для меня нет ничего святого. Нет, ну, только трое не воюют. Только трое не водили. Круто! Знаете, чем я занимаюсь на протяжении вот этих вот всего времени? У меня здесь вот караваны такие ползают, и я на них навожу и смотрю, что они везут. Мы очень за тебя рады. Пожалуйста, каждый раз, когда ты переходишь на вражескую провинцию, ты получаешь трофеи какие-то? Нет. Когда... В голове я получаю. Каждый раз. Не всегда. Ну, не каждый точно. Не всегда. Смотри, есть такая штука, как грабеж, то есть... Вот у провинции есть база, когда ты перемещаешь во время войны свои войска, то ты ее грабишь на величину базового налога этой провинции. И так можно делать раз в год. То есть после того, как ты ее грабишь, на нее вешается модификатор... Опустошение? Да, опустошение. Не знал этого момента. Блин, ну нафига вы пошли в эту провинцию? Мы сейчас могли уничтожить 4000-й корпус. Вот. Стоп. 22-е. Блин, они раньше уйдут. Ой, что я терпеть не могу в Европе, так надо бегать за противником в провинции. Соболезную. Попроси их, чтобы они не бегали. Особенно, когда противник тебе якобы сильнее, но он просто дурачится. Сейчас не воюет только Немо,
Ну. Саня и Шотландия. Ну, Шотландия. Мне не с кем воевать. У меня 4 вассала. Нет, Шотландия, я так понимаю, что по ходу дела я сейчас либо разобью, либо потеряю одну пробу. Но из тех 6, что я завоевал, я сохраню. И у меня кончились индейцы по соседству. Ну, я могу еще распить, по-моему, я пока что собираюсь денежку и прочее, прочее. Так, и запас рекрутов тоже так, у меня кончился. Если сейчас повезет, то бахманитов сейчас распилит. И вообще, в разборках между Англией и Шотландией... У них хоть и крутая, у них хоть и крутые технологии. В первую 100 дукат я смогу отдать тебе через... В общем, в разборках Шотландии и Англии я могу кнуту помочь. Мне только вестернизироваться надо. Как? Молча. Так. С я легкостью. Сейчас ставлю на паузу, погодьте. Ты куда? Да сейчас, мне тут надо одну фишку сделать. Ой, самое печальное, что у меня рекрутов не осталось. Так это что, плохо. Чем быстрее кнопка приплывет, тем быстрее я ему помогу. Если находится в состоянии войны с Арменией, эту войну выигрывает, потому что Армения — это всего одна провинция. 26. О, да. Я и не видел, а Генуя реально представляет тут. Пол Крыма отжала. Цитирую Немо. Золотой Орды. Чем кнопка быстрее приплывет, тем быстрее мы выловим ему. Ты видишь, Генуя из Японии? Да какой мне смысл кноту вламывать вообще? Проводишь и вламываешь. Так. Какая польза мне от его уничтожения? Где Су? Дом. Тихо, в тряпочку. 10. Все. Принимай. Кефир. Дерда кефир. Не, кнут, не надо перерывать меня. Тебе еще пучку пить. О, ты мне продал. Я не понял прикол. Да. Спасибо. Мы потом кое-что замутим. Бреттани? 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 Да. Кнута, ты не опасаешься, что через эту провинцию на тебя Франция полезет? Тем более Франция. Не полезет. А потом он освободит вассала, и я перезайду за Бретонь. Тоже вариант. Это... Мы без перезахода. Мне кажется, это уже против правил. Да, мы же без перезахода. Ну, это не против правил, он из себя выделил страну, из-за нее хочет играть. В чем проблема? Тем более он выделил страну, которая по де-факто слабее той страны, за которую играл. Это, грубо говоря, как из... И пусть это, грубо говоря, как из меня я из себя выделю вассала из-за него. Ну так за выделенные страны запретили же играть. Нет, я бы пошел по закину. Он из себя выделяет. Из себя. Из себя, а не другую. Чем вы слушаете, я не знаю. Но мне кажется, ваша задница занята сиденьем, и ей вы слушать не можете помолчать. Я не понимаю смысла в этом. Я люблю вас. Это для того, чтобы... стороны Франции. Так она все равно будет агрессивна. Так она же, наоборот, задание взяла на вассализацию Бретони. Она пока еще не брала, она может взять. А может, скорость поднимем? Не можем. Хьюстон. Нас кнут. У тебя... Хьюстон, Хьюстон, у нас проблема. С нами проблема. Кнут разбирается в трещинах, во всяких там проблемах. Из него уже... Ларандикус. Если... Что у него анальные проблемы. Ларандикус, ты просил меня тимуридов отвлечь. Скоро это будет. Я напомню на Орду, а они союзники с тимуридами. Так что у тебя шанс. Престиж, видишь ли, скоро бретонцы восстанут в Филистии, поэтому ты мне даже освобождать ее не надо. Она сама отсоединится, и ты там зайдешь за нее. Нам все. Говорю. Да. Перевязываю. Я объявил войну какой-то стране. Какой-то левый. Что это за страна? Покахонтас? Нет. Сейчас его к царя поставлю команду. Хоть лучше пусть без командира, а то царь умрет. 5-4-5, я такого не переживу. И вены себе вскрою. Жестокий. Сейчас можно поактивнее, что хотим победить. Я бы сказал скорее... Нормально. Впечатлительнее. Я бы сказал, ненормально. Мне стоит... Зак, а ты мне стоит на национализацию делать, по-твоему? Не надо. Хорошо. Мне же это фигня, ты мне делаешь сверхрешение 76%.
Бывает такая фигня, когда вот во время войны риск восстания, я так понимаю, если у меня, к примеру, вот-вот должно начаться восстание по поводу налогов, я присоединяю новые провинции к своей державе, то восстания могут перекинуться и туда заодно. Просто сейчас осталось две провинции, и потом он выделяет вассала, и его сверхочисление пропадает. Я, наверное, сначала соберу все амцкие государства. Когда пушки появятся. И когда у меня будет общая граница с Европейцем, я их из себя выплюну. Ой, ружья я имею в виду. 9-12 теха. У кого как. Стратегос, почему ты отстаешь? Что с тобой не так? Это стратегос, он должен отставать. Стратегии ради. И вообще вы какие-то странные вопросы задаете. Пока, ребят, по-моему, меня сейчас будут убивать и крать. А не за кого? Что? Мама, что ли? Да. И кто пришел к маме? Родители? Меня будут карать ацтеки с толпой вассалов, которые не любят майя. Больше не любят. Я надеюсь, что они покарают тебя достойно. А ты это вытерпишь. Нет, я просто как Зак создам вассалу просто. Создам вассалу. Всех освобожу. Так, теперь освобождай вассала Прованс. А, сейчас, подожди. И паузу не отжимайте. Да, сразу создавай вассалу. Амен. Куда одевать? Чего? Амен, ты не будешь давать? Мейн, ты из него не выделишь вассала. Ну, хорошо. Сколько там очков на выделение вассала? Нисколько. Не отжимайте паузу. Сейчас специально возьму это. Ну, создать... Так, создал. Смотри. Религиозный, дипломатический. Вот дебил, ну ладно. Это что, твое будущее страна, за которую ты будешь играть? Ну, так, по приколу. Так, то есть ты готов тратить свою жизнь на вторую скорость? Я хочу посмотреть, что будет в Шотландии. Так, я перезахожу. Он злорадный ублюдок. Ничего себе, в неколонизированной провинции уже моя религия, что? Блин, ну ладно. Да это бред какой-то. Представляете, провинция еще не заколонена, но там уже моя религия. Не страшно. Да это наоборот не страшно, я говорю. Это хорошо, но почему? Кидает тебе что-то хорошее. Твой. Который от тебя принимал детей в жертвоприношение. Что ты там еще как угождал? Шотландия. Я теперь тебе должен на 350. О, вот нам на месте Японии нужно было вообще молчать. Потому что они там какие-то арки у них. Я даже не знаю богов японских. Ты что вообще за такое? А у них очень много. Будда, что ли, как он все? Император. Да. Живой бог, который постоянно отсутствует в политике. А, лох какой-то, император ваш. Вот единственный император легитимный, это я. А. Инка. Единственный император. Я с этих... Инка умрет. С армян 59 дукат выбил. Я тебе сейчас переслал 50, тебе придет. Ага, давай, присылай. Я уже отослал, я теперь тебе должен 350. Давай. Не останавливайся. Главное, не останавливайся. И после 350 тоже не останавливайся. Продолжай мне. Вот этот вот момент, который сейчас сказал Кнут, можно хорошо вырезать звуковую дорожку и подставить какое-нибудь плохое видео. Что такое? Не останавливайся. Подставим тебя в туалете. Ой, с кем мы играем? Я играю. С Дюником. Дюних. Дюних это даже так, лучше, чем... Скажите, когда отжимать паузу. Давай. Сейчас. Отжимай. С помощью оскорблений вы пытаетесь повысить свой собственный. Зачем ты... А кто сказал, что оскорбляешь? Отжимать паузу и сам ее потом отжимаешь. Потому что я люблю отжимать паузы. Вот экзакт. Он любит просто отжимать. Я рассинхронизирован. Понятно. Нет. Придется пересоздавать. Лоуби. Ну, у нас сейчас будет до конца серии, так что я думаю, мы можем месяц поиграть. Да. Давай, Зепрес, снимай. Снимай.
Кнут. Зачем нам все такие фразочки? Зачем нам вообще кнут? Ну, я не понимаю, что у тебя, такое херовое воображение. А, блин, генерал. Не, воображение у меня наоборот хорошее. Нет, оно у тебя неправильное. Все испорченное. Правильно. Весь в тебя пошел. Испорченное. Тебя. Не тебе судить. Мне, не. Верховный нет. Судья кнут. Я хозяин. Твоя же мечта. И что у нас за гусь в скайпе сидит? Что у нас за мамка дрочер в скайпе сидит? Мамка дрочер. Ротики прикрыл. Боже. Ты одолбал уж, боже? Тарас, меня обижает. Я сижу. Мы их побьем, не сыр. Да, я тоже думаю. Великий Мальянский Инковский союз побьет всех. Кстати, Кастилья освободила Галисию, Наварру, Гранаду. Ребят, посоветуйте, какой генерал лучше, у которого огневая мощь 6, у которого 3, но у него еще 4 мощь натиска и 1 маневренность. Ну ты за всех сорвёшься. Зачем тебе огневая мощь, если у тебя нет пушек? Просто... Просто. Австрия пушает Венгрию. Вдруг. Да ты за всех сорвёшься, успокойся. Правильно, наш мама за всех сорвётся. Кнут, только что ты сливался, если бы не Зак Престон. Если бы не Зак Престон, я бы с вами сейчас тут уже не сидел бы, я бы не знал бы твою речь хреновую. Потому что ты не мог не добавить свою отебятину, как обычно. Я бы лучше Кнута слушал, чем Дюниха. Это... Слышь, Лорандикус. Дин, как Дюна. Лорандикус, ты планируешь что-нибудь с тимуридами делать или нет? Я не понимаю, у тебя то ли проблемы, то ли там не написано Дюних. Просто, да вообще просто нет, ты такого. Меня бесишь. Ты меня дико бесишь. А еще был борщ, но не красный. Жалко твоих. Жалко тебя, раб на галерах. Дюниха. Жалко твоих. Опять стабильность потерял. Это уже просто что-то, что должно было случиться. Тарас, не слушаем вы шавки. Он у меня будет грести, я его кнутом по заднице буду бить. Только в твоих эротичных фантазиях. Но ведь он индус. Индусов нельзя обижать, иначе будет расизм. Можно. Всех можно. Можно убить. Тебя Дуста. Можно только расчленить. Тебя вообще лучше сжечь. И твой труп сжечь. Все такие фантазии. Ну-ка, давай еще что-нибудь. Ребят, уймитесь. Я не знаю даже. Спасибо. О, да. Голос разума. Главное репутация. Да восставайте вы уже, ну. Это наконец-то. Друзья, секундочку, сейчас перемирие заключаю, а восстание подавляю. У кнута шизофрении, это был голос Нема, а не разума. Ну, сосет. Берем Хитачи. Он пишет не сосет, а сосет. Я знаю. У него фантазия плохая. Выделяем Такеду, как поссал. Что ты за человек? Такую глупость. Потом его мирно присоединил. Ты меня оскорбил? Что ты хочешь от школьника в туалете? Око за око. Нет, так это тоже око за око. Если бы было око за око, дух нищий был бы уже давно мертв, по-моему. Нет. Да. У меня не за что, моя душа и мое тело... Я ей за что, мерзавец. Я бы ей за что. Милаш, ну короче. У меня сейчас пополнится боевой дух и армия. Я объявляю войну Орде. Со мной приходит Московия. И, это короче... был вот этот звук? Что? Придет Московия и... Ну, я просто Лорандикуса предупреждаю, потому что у него там что-то с тимуридами он просит. Я ему говорю. Хочешь, если будет, короче, проигрывать тимуриды, если будут крупно, можешь напасть на них и отхапать пару точек. Точек? Это наша точка. Вот единственный человек, который, когда говорит, я его не понимаю в этой партии, это Черкесия. Вообще. Я понял, что к нему придет Московия, но как это связано с Миваром, мне совершенно не ясно. Ну, он хочет сказать, что Московия придет, порядок доведет, тимуридов разобьет. Как это интересно. На кол сядет. А за.
Выплата репараций и... Москвичан, так сказать, против тимуридов. Московитов. Да, московитов. До последнего не решался. Тимуридов, потому что там... Это же там девятка. У Москвы девятая техия, а у военной, а у тимуридов седьмые. Жалко? Твоих. Не понял. Тимуридов. Рандикус, готовься к бою с тимуридами. Какие готовься? У меня рекордов не осталось. У меня армия 3016. О-о-о! Да. Мамка, друг. У тебя там вкуска-то одни бомжи. Зак, всегда хотел спросить. А вот в русификаторе переводится дата 399 года. То есть, получается, если конвертировать сейв из... Crusader Kings. Crusader в Европу, то начнется с 399-го, да? Нет. А во-первых, почему? Во-первых, в Crusader оно до 1450 какого-то там года. 44-го. Нет. Нет. Того, ну, ёлки-пал. Я вам говорю, вы... Нет. И фишка в том, что если ты конвертнешь игру с любой датой, то есть, хоть ты конвертнешь сразу 765-й год, хоть ты 1000-й год, оно тебе в Европу конвертнется все равно 1444-м годом. А почему тогда переведена 399-й год переведен? А что, ты конвертнулся 399-й? В русификатор нет. Просто если, допустим, включаю Extended, все на английском, там все страны... Extended, может быть, как-то взаимодействует с конвертером. Нет, 300 в Европе есть отыгранный сценарий до 90 какого-то года, 1300. Там даже страны меняются, и карты меняются, да, и повесы меняются. Все переведено, все можно нормально. Можно двоечку, пожалуйста. И описание на русском, все сделано. У меня тут это мод какой-то. Бедные это мод, индейцы это ваниль, уже дохнут от скуки. Через документ откатить до 1390 какого-то, и карты... И да. Переводчики Light, Full, вот эти все, они переводят эту дату. Да? Да. Не знаю, не в курсе. Ну, я пробовал, у меня получалось. Там вместо половины Австрии, там будет 4. Блин, я не хочу, чтобы он убирал. Только он умрет. Чтобы твой по чеку так умер опять через 3 года. Ну, вообще-то... Вообще-то меня не волнует твое мнение, замолчи. Современная молодежь развращена и все такое. И тебя даже не смущает, что ты выставляешь себя перед потом, когда... дебилом. Меня не беспокоит. Ты оскорбляйте противников деяниями на поле боя, друзья мои. Я скажу так, у Дюнича 20 тысяч идиотов, которые смотрят этого барана. Вот да ладно, у Духнича 20 тысяч. 20 тысяч идиотов, если бы. Нифига себе. У него всего лишь 14,5. Если бы мне 20 тысяч идиотов смотрело, я был бы счастлив. Я бы даже, наверное, школу бы бросил. Не, а сколько у тебя подписчиков реально? 800 с чем-то. Ну вот, 800. Чего? Ну что-то около того. 800 сотням обезьян интересен этот баран. Они не обезьян, они инвалиды. Они люди. Не оскорбляйте людей. Как круто он своих подписчиков называет. Я уверен, что это видео задизлайкают фанаты Дюнича. Дюника. Потому что Лорандик... А я вот почему-то, знаете, имя Дюник... Имя Дюник напоминает какого-то германского короля, не знаю, Дюник. Вот может так и есть. А у меня вторую стратегию. Вильгельм Дюник. Дюна. А такая древняя стратегия 2003 года. Так, я, друзья, отвоевался. Все вроде отлично. Всех, кого мог, разбил. Всех, кого не мог, задавил. Жизнь прожита не зря. Не зря. И у меня есть объединение Японии, но это надо такие доты пустить. Ну, блин, кто тебе был так есть... хороший? 5-3-3, блин, жалко. Объединенная Япония. А что надо, чтобы не осталось вообще даймё? Кроме меня. Хорошо. Да. Даймё. Тебе за роли. Чего? Свакуха. Если он начнет эту песню петь, он нам опять погиб случится, поэтому я лучше. Вообще, лучше, да, не лучше было, сидите. А блин, что это было? На кнута упала лама. Я не тормозила, получить. Хотя я подожди, я сох. Пропусти, это хорошо. Одну из шести проф.
Ну, я думал потерять только мид, в итоге я потерял Кумбрию, Йорк, Дерби и Ланкашир, и мид. И тебе это кажется нормальным? Ну, хреновый размен, зато... А что он сделал? Он, ты потерял есть... эти провинции, да? То есть они перешли к Англии? Да. Лох. Ну ты реально лох. А знаешь, что такое? Я вышиваю. Я разобью всех восставших, отдам деньги, никакого банкротства. Да, так и получилось. Ты потерял все, что можно. Тебя Англия убьет, как только кулдаун закончится вместе с кальцией. Да. Да я, если что, я ливну из игры, ничего страшного. Парни, кажется, я чувствую скорость. Приближение счастливых моментов, когда все будет. А я говорил кнуту. Я взял кланиста первого. Плыви к индейцам. По исследовательским идеям. А он не хочет почему. Сейчас к Муиске под границу пойдем. Оп. Абсолютно с тобой согласен. У меня просто песня играет. Я сейчас буду возвращать деньги Илве. А что у тебя там такое? А вы знаете, я желаю слиться к нуту побыстрее. Все знают почему. Потому что ты его любишь. Ну, потому что у него скорость постоянно. Что... Ты хочешь, ты хочешь с ним катиться. Да. Дим, ты, конечно, извини, но тут все даже хуже, чем я думал. Ну, в плане ситуации. Понимаешь? Смотри, ты... я думал, что хотя бы разбить повстанцев, но елки-палки, вернуть все обратно. Он Англия. Все вернул. Это... Почти. Печаль. Хотя, с другой стороны, есть один плюс. А... Скорость? Тебя... Нет, остались споры. Ну, это да. Это тоже. Ну, фишка в том, что я же его вассал сейчас. И... Серьезно, Дмитрий, лучше вот эти пробы вышек. У меня наследник 6-6, ой, 6-3-6, ой, 6-3-3. Да, как думаешь, что можно сказать для чего? Знаете, как его зовут? Его зовут Почекуток. И он умрет через 3 дня. А что, Чувенов впереди? Колонизаторский исследователь. Нет, это он не умрет, он второй шанс получит. Это реинкарнация. Ну, да, есть, да. Конечно. Вот и колонизируй. Ну, ладно. Так вернулся. Что, будем заканчивать? Нет. Нет, мы только начали. Закончить, перезайти, чтобы у Зака не было рассинхрона. И последнюю серию записать на сегодня. А как я до сих пор в рассинхроне. Я против. Я тоже против. Я тоже против. Я вас всех ненавижу. Вы против чего? Я люблю Зака. Я против того, чтобы записывать еще что-то. Я за, ну еще. Давайте тогда закончим на сегодня, на этой серии. Я против этого. Хорошо, я сохранил, я вышел.